Всем привет, мои хорошие! Сейчас отправляюсь в поликлинику, так сказать, местную больничку, узнать результаты анализов своей крови, которую я сдавала еще 3 августа. Вот, мне еще был прием к врачу, вот, к ревматологу был назначен, по-моему, 23 августа был назначен прием врача. Вот, но мне его отменили, поэтому пойду спрашивать у врача, что так как, нужен ли мне этот врач. И вообще узнать, почему мне ее отменили, это, так сказать, ситу, этот прием у врача. Так что пойдем вместе, покажу, поснимаю, где у нас эта поликлиника находится. Вот само здание этой поликлиники. Здесь, кстати, вот такой красивый садик. Тут, кстати, такие эти деревья, как сосны. Наверное, канарские эти сосны молодые. Тут, когда идешь, все в этих, как оно называется, в иголках. Это уже сейчас трошки поубирали. А так здесь обычно вся дорога вот в этих иглах. Видно, уже дворник прибрал. Вот. И вот там вот здание этой поликлиники. И здесь у нас еще спортплощадки. Сейчас дойдем. Вот здесь у нас всякие спортивные штуки. Видите, баскетбол ребята играют. А вот там вот скейт. Не знаю, как правильно называется. На скейте катаются. И вот это коричневое здание поликлиники. И вот ребята катаются на скейте. И вот огромное здание этой поликлиники. Вот так выглядит здание нашей поликлиники. Сейчас зайду, поснимаю немножко. Внутри уже не буду снимать. Вот видите, консульторио Пунта де Лидальго. То есть поликлиника Пунта де Лидальго. Кстати, можно было поснимать, там такой был ботанический сад внутри. Потому что я такая была злая, я целый час просидела, ждала свое время. Представьте, мне было на без 25. В итоге меня только в 4:30 приняли. Ой, злюсь я вообще с этими врачами, не могу. Стараюсь не злиться. У меня был ревматолог назначен. Отменили. Я 2 месяца ждала это ситу, этот прием. Как бы, в принципе, я ее не просила, но наш терапевт посчитал, что она мне нужна. И они ее отменили. И я еще там кровь сдавала. Вот ходила узнать, что мне там по крови, по крови, какой результат. И заодно узнать про эту ситу. Сейчас отойду с дороги и буду дальше рассказывать. Потому что машины ездят, плюс спортивная площадка. Что хотела сказать. А, так вот, они, короче, мне ее отменили. Мне такой муж говорит, ее отменили. Я говорю, ну, короче, здесь можно в систему зайти по твоей этой страховой карточке, посмотреть все твои назначения врача. Ну, то есть, какие у тебя есть приемы у врача. Вот. И он сказал, что отменили. Вот, я сейчас пошла к врачу, я говорю, отменили, он как, отменили, короче. Ему пришлось заново просить эту ситу. Вот, я 2 месяца ждала, опять. Мне ее назначил, не знаю зачем. Я еще кровь сдавала, сказала, что все хорошо. И у меня еще на 8 октября этот хирург по венам, который. Вот, вроде эту ситу не отменили. Говорю, но вот этого ревматолога, который мне назначил, он был отменен. И я потеряла час времени, никуда, ни на что, непонятно вообще зачем, что приходило. Ситу отменили, заново ситу назначил. Ну, анализ узнала. Анализ сказал, что хорошие. У меня все равно болит, как бы это, рука покалывает, вот эта вена. Я стараюсь ее не перегружать, эту руку, по минимуму что-то делаю ей. Вот, ну, ждем этого приема у этого сосудистого хирурга. Еще помните, я ходила, что ходила, просила УЗИ, что мне сделали. Вот, последний врач мне дал направление, но в системе по-прежнему вот как бы в моменте ожидания. То есть нет, ни да, ни нет, что они мне отменили, или то, что они мне подтвердили. То есть на рассмотрение. Вот уже месяц, это заявка на рассмотрение. Ну да, надеемся, что к концу года мне ее сделают. Все же это УЗИ, даст Бог, и все будет нормально. Вот из такого жизненно необходимого у нас есть вот эта поликлиника. Школа, по-моему, только до 10 лет, детская школа, примария.
Магазины маленькие, таких супермаркетов нет. Здесь получается это вот Меркадона и Гипердина только в Тахине. Это на ближайших вот 5 поселков, грубо говоря. Вот. Ну вот так живем. В принципе, врачи есть, не помрем в случае чего. Ну и поселок такой довольно-таки большой на самом деле. Сейчас еще покажу, где в домах выведены коммуникации. Прямо на улице. Не так, как у нас где-то в подвале спрятаны. Сейчас покажу. Вот жилой дом. И вот здесь, видите, вот выведена труба с водой. Я повторяю, не где-то в подвале, а вот так на улице. У нас тоже на улице выведен кран с водой и счетчики на свет. Сейчас тоже покажу. И вот здесь еще красивый такой вот район. Тоже красивые здесь домики. И вот там красиво. Надо как-то будет прогуляться. Но пока отправляемся домой. Домой нам в эту сторону идти. О, кстати, сейчас вам возле мусорки прикол покажу. Сейчас проходила, подойду ближе. А это что-то тут трэш творится. Возле наших мусорок такого нету, чтобы вот так было все завалено. А какой прикол. Смотрите, росла, это, как она называется, папайя. Да, вот дерево папайи. Росло лет 10. Ну, не 10, может 5-7. Видите, даже плоды есть. Эти маленькие папайчики. Взяли, срубили. Не нужно им теперь это дерево. На мусорке лежит. Ужасно, да? Так, не буду возле мусорки снимать, я сейчас иду. Ужасно, да? Вот так росло дерево папайи. Уже, грубо говоря, плодоносит начинало. И взяли, срубили. Вот такие вот люди. Слушайте, невозможно снимать видео, машины все едут, все жду, чтобы они проехали, какая-нибудь обязательно что подъедет. Ну, сейчас 6 вечера, все с работы едут. Хотела два слова сказать про медицинское обслуживание на работе моего мужа. Ему прихватило спину, он перенапряг спину, что тяжело, короче, потянул на работе. Так как у них страховка от работы, он буквально там через день поехал по этой страховке, вот к частную клинику. Там ему сразу сделали и рентген, и обследовали, и массаж сделали, и даже дали бесплатно все лекарства. То есть вот эти вот все обезболивающие, мази, все бесплатно. То есть, в принципе, медицина не так печальная здесь, в Испании. Вот если она бесплатная, то есть вот по этой Тархета Сосиаль, то, конечно, беда, будешь ждать. Я этому врачу говорю, слушайте, говорю, я уже месяц эту, ну, жду, типа, вот это УЗИ. Говорит, месяц, говорит, для Испании это вообще ничего. То есть вот это бесплатное обслуживание вообще никакое. Как бы у меня нет страховки платной, я не могу сказать, какая тут быстрая медицина или не быстрая. Я только знаю со слов, что тоже не всегда быстро вам оказывают эту помощь медицинскую. Но вот на примере моего мужа, значит, на работе, у них хорошо работает эта страховка, поэтому, говорю, ему быстро оказали медицинскую помощь. И еще даже дали бесплатно вот эти лекарства ему выписали. То ему, короче, повезло. Кстати, говорили про дороги, что в Испании такие хорошие дороги. Нет, они тоже не очень хорошего качества бывают. Но прям, чтоб ямы нет. Вот вам поснимаю, асфальт у нас в поселке. То есть тоже есть свои минусы. Как и везде. Ну, с целого, конечно, жить можно. Вот здесь сейчас еще поснимаю немножко. Вот, тут, кстати, даже ямку нашла. Небольшую. Это я вам просто снимаю самую красоту, а минусы не показываю. То есть такой вот красивые пейзажи, красивую природу. Естественно, не показываю заброшенные здания, дома. Их здесь очень много. Что действительно дома бросают, и они приходят в негодность. Кстати, вот этот вот забор, мне муж говорил, что буквально 2 года назад поремонтировали. Видите, уже или качество материала ужасное, или коррозия от океана. То, что вот эти вот соли разъедают, не знаю. Ну, очень странно, да? Вот 2 года назад только поремонтировали, и все обвалилось. Это, кстати, забор местного отеля. Да, вот такой заборчик. Ну, у нас, например, дом тоже покрашен, но чтобы вот так прям шпаклевка отваливалась, я не видела. Скорее всего, все же это, наверное, какие-то были плохие материалы использовали, вот строители. Вот представьте, поремонтировали, и все отваливается.
Какой ужас. Плитка, кстати, вот такая, ведь тоже старая, потресканная. Что прям вау, ну вот здесь получше. Так, говорю, тоже бывают моменты, где неплохо было бы сделать ремонт. Ну и поснимаю вам еще шикарный вид на наши горы. Такая красота. И океанчик внизу. И еще немножко дороги. Это центральная дорога у нас в поселке. Возле нашего дома. Вот такая трещина по всей дороге. Ну что, я уже пришла домой. Еще хочу сказать про врача. Старик говорит, что я это УЗИ жду уже месяц. Нет, это не привета. А он говорит, о, типа для Испании это вообще ерунда, типа вот этот месяц, да, ожидать. И говорит, ты должна типа привыкнуть. И говорит, и вообще здесь в случае чего, типа звоните в скорую или едьте в скорую. Я говорю, ну да, если ты не умер, говорю, в состоянии еще идти, то говорю, едь лучше в скорую. Потому что, говорю, вот эти вот врачи, которые, говорю, там, терапевты, ну терапевт он вообще тут ничего не делает, не знаю. Вот эти, которые узкоспециалисты, да, то есть, говорю, месяцами не дождаться этой ситы, приема, говорю, если тебе срочно, только тогда в больницу. Ой, одно разочарование, говорю, с местными врачами, ну да ладно, буду показывать, чем я сегодня занималась. Сегодня целый день наводила красоту, сделала педикюр и маникюр, сейчас буду показывать. Вот сделала педикюрчик себе, снова красненький. Но на маникюр уже красного лака не хватило, он у нее уже заканчивается, надо купить новый. И вот сделала такие вот ногтики себе. Такая буду красавица. Моему мужу этот цвет не очень нравится, ему больше нравится красный. Я чаще вообще крашу просто прозрачным, потому что вот этот вот лак на один день. На один день. И все, он потом, если моешь посуду, сами знаете, сошкабливается. Вот, ну, блин, думаю, ладно, накрашу ногти. Сами видите, я очень редко крашу ногти. Ну, вот сегодня решила побаловать себя.